Продолжаем знакомиться с грибами, и у нас в эфире навозники. Сейчас вам удается созерцать дождевик. Может быть, даже съедобный пока что. Дождевики можно кушать до тех пор, пока внутри мякоть белая. У этого дождевика мякоть не белая, а зеленовато-серая. В общем, он уже несъедобен. Маленький перечный гриб. Вот он такой желтенький и горький, если лизнуть. Давайте посмотрим, что это такое. Оно фиолетоватого цвета. Я ее переворачиваю. Мы видим красивого слимака и фиолетовый цвет. Слимака отсюда. Шампиньон, что ли? Не знаю, что это за ерунда, но если бы вы знали, как она воняет. Пахнет аиром, причем абсолютно такой же запах. Образец съедобного дождевика, господа. Белый внутри. Очень красивая разновидность навозника. Тут еще какие-то грибы, наверное, тоже какие-то родовки, я так думаю. Дождевик и его коллеги. Я очень рада, потому что я наконец-то нашла мокрухи, любимые мои. Их так обожаю. Вот они такие скользенькие, мёконькие. Бывают еще такие желтые. Тут два вида бывают. Вообще набрала уже большое количество экзотических грибов, господа. Смотрите, это уже желтее. Ну и срезала, пожелтела такая. В лесу родилась елочка, под нею ветеран. Ветераны подосиновики, господа. Этих мокрух бесконечное множество, иррациональное число здесь. Я просто не знаю, как отсюда вообще уйти. Не хватает сил их бросить. Но и взять все не могу. Разве такое можно не взять? Оно же... Оно же гениально. Фокус, ничего нет? Очень хорошо посмотреть. А смотрите еще, кого я заметила. Он думал, что его не увижу. Ага, сейчас. Мне фартануло, я нашла здоровый шампиньон. Свершилось. Боровики! Опа! Похоже, что-то вешенки. А вообще, время заканчивается, к сожалению, мне надо возвращаться домой. Надеюсь, я приду еще сюда. И как красиво! Это... Что у нас такой? Ой, что у нас такой? Ой, не знаю. То ли чешуйчатка такого вида, я даже не знаю, что это такое. Зонтик какой-то, чешуйчатка. А вот это точно чешуйчатки, только не те, которые нужно кушать, а такие другие. Я нашла какую-то экзотику возле дерева. Посмотрим, что это такое по одному грибу. Оп! Ох, какой он плотный! Интересно, что это такое? Непонятный какой-то. Ну и запах! Тоже как аир. Может, эти самые грибы только выросли большие? Нет, наверное, другие. Сегодня моя грибная прогулка закончилась. Надеюсь, что завтра мне удастся продолжить. Ну или послезавтра. Всем пока!